Всем привет! Сегодня у нас легендарный автомобиль с легендарным мотором 1.9 FM TDI. Будем сегодня менять форсуночку. Вот, форсунку будем менять управляющую. Вот так она выглядит. В отличие от более старых версий 1.6, 1.9, в которых форсунка вкручивалась в головку, здесь она вставляется. Вставляется и, ну, и прижимается вот таким вот коромыслом. И как бы здесь бывает довольно проблематично их доставать. Видел много роликов, где люди творят такие ужасные вещи, чуть не вывешивая мотор. Но здесь мы поступим немножко по-другому. Вот. Предпосылкой для замены стало то, что форсунка умерла полностью. Как бы сопротивление ее должно быть от 90 до 120-130 Ом. Нормальной рабочей, но здесь форсунки у нас сопротивление 2 кОм. Так, сейчас замеряем сопротивление форсунки, которая на моторе. И вот в этой форсунке, которая наша рабочая форсуночка. Так, берем сопротивление. В рабочей форсунке 95 Ом, но это в допусках, поэтому эта форсунка, что стоит на моторе, она полностью мертвая. Короче, что первым делом, что нам надо снять все сопутствующие детали, которые, в принципе, нам мешают: топливную трубку с обратки, вот этот вот двойничок, ну, в принципе, по возможности, наверное, вот этот кронштейн, потому что будет мало хода, чтобы разболтать форсунку. Все, у нас сейчас появился доступ к форсунке. Берем ключик на 15. Вот, он сюда входит, в прорезь. И начинаем потихоньку ее разрабатывать. Но предварительно надо пробрызгать
ВД-шечкой сюда. И немного туда-сюда, чтобы она начала проникать внутрь. Потихоньку начинаем ее разрабатывать. Как мы видим, она уже у нас сорвалась с места. Ну, тут она пошла так довольно неплохо бывает. Если мотор долго стоит, то идет намного туже. Ну, как мы видим, вот все. Нам удалось ее сорвать. Спешить не надо, потихоньку. Так, ну что, при помощи товарища, если нету приспособ никаких, просто берем так вот ключиком и под натяжечку натягиваем. Хоп, все, наша форсуночка вылезла. Да, как мы видим, полностью две одинаковые форсунки. Вот, то есть сейчас поменяем, в принципе, машинка должна поехать, потому что она не ехала. Дымело и не ехало. Так что сейчас будем ставить. Ну, сейчас предварительно надо вот здесь вот это место, оно видно, что такая коррозия легкая. Надо немножко наждачкой и под солидорчик ее загоним. Так, все, сейчас я почистил немного здесь наждачкой. Сейчас смазываем это все дело маслицем. И будем устанавливать. Будем потихоньку прижимать коромыслом. И она сядет на свое место. Все, поставили форсуночку, ну и аккуратненько вот коромыслом, не спеша, ее ужимаем. То есть все, она села на место. Но лучше что-нибудь сюда намотать, скотч, изоленту, чтобы сарин какая не попала. Все, в принципе, форсунку установили. Ну, все остальное, проводка, трубка, в принципе, можно пробовать заводить. Так, ну что, друзья, все установлено. Сейчас первый запуск с новой форсункой. Вот, надеюсь, кому-то видосик окажется полезным. Все четко.